мелочь на кармане приятно шелестит. Надо бы пацанчики хату намутить. Захожу в контакт, нахожу барыгу. Выглядит цивильно и вроде не ханыга. Ценник заебательский, типа зовут Андрюша. Пиздит проникновенно, садится мне на уши. Я завтра уезжаю, поверьте, будет четко. Вот тебе ключи, чувак, завозишь свои шмотки. Забашлял за месяц, завтра заезжаю. Пиздец мне фортануло, Андрюшу уважаю. Затаскиваю шмотки, открываю двери, смотрю на всю хуйню. Не могу поверить! Кинул, 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 кинул. Сука, кинул! 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 Извини, дружище, никуда я не поеду. Хату мы с тобой пополам поделим. Денег уже нет, о них не заикайся. Че замерз в дверях? Проходи, располагайся. Слушаю Андрюшу и охуеваю. Пьяный щепушила, хуйню мне затирает. Быстрого решения и проблемы я не вижу. Тут и так понятно, Андрюшу я отпишу. Педрило улыбается и сидит довольный. Кинул человека, чертила малохольный. Тут такая тема, даль бы ему врыло. Но чую, все предусмотрела грёбаная глина. Кинул, 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 кинул. Сука, кинул. 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 Слышу за окном, прошелестели шины. В хате появляются суровые мужчины. Держится уверенно, видно на работе. Я слегка напрягся, Андрей у них в почете. Говорит вот это, спиздил документы. Я впадаю в ступор, теряю аргументы. Андрюша заливается, еще он меня бил. Вот так из-за Андрюши я трёху получил. Кинул, 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 кинул. Сука, кинул. Кинул,